Слива. Они сейчас прячут его тело, не показывают его матери, не отдают. И жалко врут и выжидают, когда там исчезнут следы очередного путинского новичка. Мы знаем, из-за чего конкретно Путин убил Алексея 3 дня назад. Мы скоро вам об этом расскажем. Мы обязательно узнаем и то, кто именно и как именно исполнил это преступление. Мы назовем фамилии и покажем лица.